Сегодня день Радоницы, когда начинают служить панихиды. Вот мы служили панихиды, дальше будем служить панихиды. Очень важно поминовение усопших. Тому, как церковь состоит у нас из воинствующей, это мы. Потому что каждый христианин, он ведет войну против мира, плоти и дьявола. А если он не ведет войну, значит он сдался. Или в плену. Или еще как. Вот. А то христиане живые, которые не только под названием, не только крест носят, не только там что-то внешне соблюдают, но ведут борьбу со страстями и похотьми, распиная себя. Как сказал апостол, что а иже Христовы суть, плоть распяшись со страстьми и похотьми. Те воюют, воины Христовы. Где эта брань идет? Понятно, где? Внутри нас. Там зло сидит. Там надо его победить. Сердце в уме, в душе. Чтобы было чисто, спокойно и мирно. Чтобы не было ни на кого зла. Когда прощаемся с усопшими, мы прощаемся с усопшими. Вот здесь мы отпеваем, прощаемся с усопшими. Здесь кладбище, здесь отпеваем. То просим у них прощения. И сами тоже прощаем. Вот в этом смысл прощения. Чтобы с нами примирившись, наши близкие, которых мы провожаем, знакомые, может быть, родственники, чтобы они с Богом шли мириться в этом мирном устроении. Чтобы Бог принял души в мире. А они там находятся, торжествующая церковь. Те, которые вошли в радость Господа, они торжествующие. Мы воинствующие, а они торжествующие. Почему? Там уже что человек посеял, то и пожинает. Там уже время воздаяния. Здесь время деятельности, а там время воздаяния. Поэтому надо, конечно, сеять добро. Добро сеешь, добро и пожнешь. Прощайте и простится вам. Давайте и даст. Ищите, обрящите, стучите, отворят. Написано его. Нужно действовать, пока есть время. Все святые говорили нам, что спешите творить добро. Спешите, времени немного. И действительно, пожилые люди, вот молодежь-то этого не понимает, мы сами были молодые, не понимали. А вот где-то после 50 лет приходит осознание, что жизнь-то пролетает мгновенно. Как говорится в молитвах, как сеять, как тень, как дым рассеется, это житие наше здесь на земле, а там вечно. Поэтому мы, христиане, конечно, если мы истинны таковы и призвание свое осознаем, мы живем для вечности, не для этого времени жизни, не строим себе планы, там, что там, где, как. Мы смотрим, и все наши дела, все наши стремления подчинены одной единственной цели – войти куда? В вечную жизнь. И вот сегодня мы молились здесь. Я вот просто так, что-то, бывают такие какие-то откровения. Смотрю на эти иконы. Вот я никогда не задумывался, почему они сделали такой фон небесный. Здесь. В таком храме, на кладбище, где мы провожаем. Это же небо, куда мы провожаем наших усопших. Вот оно, небо. Вот это небо. Это небо, которое куда они уходят. Вот был у меня случай, небесный цвет. Не случай, но они, конечно, может быть, неосознанно это делали, это уже Божий промысел. А может, сознательно так сделали. Такой фон. Видите, удивительный фон. Небесный. И почему здесь, где за упокойный, как и обычно проходит? Наверное, не случайно. Вот. Был случай такой, значит. Отпеваю человека. Ну, там где-то в городе давно уже. А знакомые какие-то, кстати, были. Вот, рассчитал молитву. И потом мне уже подходит там кто-то из родственников, говорит, вы знаете, когда читалась разрешительная молитва, то есть там священник читает разрешительную молитву. Что вот, Господь прости там все грехи и так далее. И прими вот в мире.
то, говорит, изменился в лице покойник. Стал веселым. Такой, у него был такой какой-то мрачный вид. А прочитали молитву, и как будто ей, ну, может, так показалось им, что у него лицо стало каким-то светлым каким-то таким, каким-то позитивным, радостным. И, говорит, в небо, гляжу на небо, человечек такой, короб поднимается. Маленький такой, полупрозрачный такой, пошел. О, какие откровения. С праздником всех, спаси, сохрани Господа. Причастие, выслушайте благодарственную молитву после того причащения.